тебя люблю на расстоянии, я пинда папа. Чтоб был такой припев. Это не да да побила била ла па па пи па па. А если в ре? Если эту строчку поднять дальше, будет нормально. Например, да, ти, да, да, будет идеально. Ну что ж, друзья, мы едем к нашему стилисту. Яночка нас уже ждет. Сейчас вы ее увидите и познакомитесь. Это как оригинальная ручка. Как видно, что здесь обитает стилист. В огромном мире, быть преданным своим мечтаниям, своим желаниям. Пусть ваша дорога в жизнь будет как можно шире. Пусть она будет прямая и никогда на ней не появляются такие камни. Удачи вам в жизни!